Раньше 8:30 не приду, понятное дело. Прекрасно, я припарковался. Как 8:40 должна быть пешеход. Я прихожу. Да, ну тут видишь, пешеходы ходят, но они далеко от моего святого бачка. Все прекрасно. Я так люблю, когда она грязная. Моя ракета, которую видишь сквозь тьму, сквозь пыль, везет наш с вами уют, наши с вами ценности. И пускай вот наши с вами ценности также будут прорываться сквозь пыль, сквозь холод, как моя ракета. Все. Все хорошо. Я даже сейчас думаю, ребятки, а случайно у меня мороженка с вчерашнего дня не осталось ли? И мне кажется, что оно осталось. Понимаешь? А если оно осталось, это имеет свои преимущества. Хотя я не знаю, какие преимущества. Если бы его не осталось, я бы мог пойти сейчас и выйти еще раз за мороженком. Ну, может быть, сегодня уже и хватит выходить. А что такое за какие-то картонки стоят? Что за нафиг вот это? Это мне кажется или это есть? Что это такое? Какие-то картонки стоят. Нафиг они стоят. Очень интересно. Ладно. Пешеходы поужим. Так-то. Да. Вот это новый бордюр. Здесь все расковыривали. Это летом этим шоу. Или это прошлым летом было, блин. Бордюры меняли. Сейчас года как на перемотке, блин. Так что представьте, его тумбу поставили. Как вам это нравится? Машины у нас полно, где ставить место. Поставили еще тумбу. Вот вам, что называется, прекрасная иллюстрация, как народ может мучить самого себя. Ну ладно. Так, что тут за... Расписание какое-то жутковатое лежит. А, платежи консьержки. Угу, понятно. А что, смотри-ка. Наша соседка стала платить за консьержку. Что с ней случилось? 20 лет не платила. Стала платить. Видите, десятилетия проходят. И для людей начинает что-то доходить. Вот то же самое у меня. Надо как можно быстрее, чтобы все хорошее доходило, ребятки. Как можно быстрее. Ну, открываемся. Ребята, ну, я мужчина, я говорю, что комнату может намагнитить только женщина. Но я намагнитил ее как мог. И это, как говорится, мой источник вещания. Вон, видите, злой, томатный. Это Куплинов меня научил. Куплинов сказал примерно следующее. Кто пьет томатный сок, у того не рвется носок. Бухта Страйкер, озеро Фивельман, горы Блю Ридж, Джорджия. Да, это у меня тут одна единственная серия, и я ее постоянно кручу. Она на компьютере у меня сохранена. Просто здесь маленькая память. Просто слушаю для атмосферы нужно. Их популяция уменьшается во всем мире, доктор Фарадей. Никто не знает почему. Мы не можем занести все виды в Красную книгу.